Вблизи села Куяново в Краснокамском районе на площади в 3 гектара тушат лесной пожар. Сейчас спасатели производят опашку по периметру. Угрозы населенному пункту нет. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по республике. Но вот кроме того, около села Старокурмашево в Кушнаренковском районе горел мусор. Накануне ночью пожар полностью потушили. Для этого привлекли 6 единиц техники, в том числе бульдозер, погрузчик и водовоз. Всего же за сутки произошло 19 техногенных пожаров. Спасательные службы предупреждают, что несмотря на снижение температуры воздуха, сохраняется риск возгорания. Особенно ситуация обостряется при наличии ветра и отсутствии осадков.